Увага, шановні друзі! Про найголовніше, про здоров'я будемо говорити сьогодні в студії із лікарем вищої категорії, андрологом, урологом, сексологом Юрієм Синицьким. Вітаю вас, пане Я Юрію. Я теж вітаю. Дякую, що ви завжди приходите і розповідаєте нашим телеглядачам про здоров'я, про актуальні теми, які стосуються цього напрямку. Звичайно, найактуальніше сьогодні – це вакцинація, збереження здоров'я взагалі. Але, на жаль, хронічні хвороби ніхто не відміняв, так? Вони є. І от як погодитися сьогодні, якщо людина має таку хворобу, скажімо, вашого напрямку, так? Чекати кращих часів, чи все ж таки звертатися до лікарів? Якщо чекати, то можна дождатися того, що це буде вже кода, і допомогти буде дуже трудно. Я не маю в виду онкологічні заболівання, я маю навіть наші андрологічні заболівання, хоча, вроді би, врачі-андрологи, вони улучшають качество життя мужчини, тобто вони ж не излічують від гріхів, таких, які приводять в могилу. Тобто, будемо так говорити, можна не лічити і ходити. Поэтому даже и оперативные вмешательства, они, если с точки зрения хирургии, делаются по относительным показаниям. Потому что абсолютными показаниями всегда считается ситуация, когда это угрожает жизни больного. Но ни одно андрологическое заболевание, тем более еще если это эстетическое какой-то вариант, связанный с хирургией, или это связано с сексуальной хирургией, он не является глобальным в плане финала, а он просто мешает качественно жить, наслаждаться жизнью. Что касается, я думаю, мы потом вернемся к этому вопросу еще в нашей беседе, но и что касается вакцинации, то я считаю, что это преступление не вакцинироваться и преступление с точки зрения человека игнорировать все требования, которые предъявляет к нам санэпидрежим, вот, вплоть до отрицания того, что это вообще эпидемия и пандемия, что это просто так надумано, что это кто-то спустил сверху, что не наслаждаются жизнью, а нас хотят загнать в какой-то лагерь и т.д. и т.п. Сначала я читаю, это для меня волосы дыбом. Але більше 16 тысяч хворих за добу, так? Сотні смертей, от які ще аргументи треба довести нашому населенню для того, щоб вони вакцинувалися? В країнах Євросоюзу вже більше 50% людей зробили вакцину. Я не знаю, які аргументи можна приносити. Я просто ісхожу із того, що у мене тільки в прошлом году умерло дуже багато колег, як врачей, так і середнього звіна, від ковіду. І це реальність. И когда я читаю вот эти все эти бредни, то мне хочется просто-напросто повести этих людей туда, к могиле, и чтобы они посмотрели на это. Но, понимаете, я думаю, что аргументы все-таки будут найдены рано или поздно. Но, в общем-то, я считаю, что наше правительство и наша администрация Херсонская очень мягко относится к этому вопросу. Був, от минулого тижня у нас міністр охорони здоров'я пан Ляшко, він сказав, для того, щоб переконатися остаточно, що вакцинація необхідна, зайдіть до реанімаційного відділення і побачите, які ну, понимаете, в важкому стані. Мої колеги так пишуть і в Фейсбуці, і в інших постах, що прийдіть, посмотрите. Ну, звісно, що реанімація – це отделение закрытое, туда никого. Ну, можно, не надо даже в реанимацию заходить. Просто надо постоять возле больницы, которая принимает ковидных больных. Возле одной, второй, третьей. Сейчас практически все уже стали принимать, потому что инфекционная больница не в состоянии. То есть потом сначала больница Тропиных, сейчас наша больница Корабелеша тоже принимает, и уже тот корпус выделен под ковидных больных. И не увидят, сколько скорых приезжает в течение одного хотя бы даже часа. Не надо там стоять сутки. И все будет понятно. Но люди, понимаете, верят только тогда, когда беда касается их лично. На жаль, так. К сожалению. Але повертаємося, давайте, до нашого початку розмови про хронічні хвороби. От зараз початок осені, так? І вони теж погіршуються стану. Перепад температур, да. Хоча вроді би, як і організм насичався вітамінами в течі літа, фрукти, овочі. Ну, будемо говорити чесно, що в цьому році не такий ж хороший урожай цих овочів і фруктів. Але достатньо було. Вот. Ну, їх було достатньо, да. Просто, може, не кожному по карману, але, тим не менше, можна було насичитися в залежності від свого кошелька. Но все равно перепад температур и вот эти вот
будем так говорить, воздействие еще на нервную систему со стороны того, что все-таки пандемия, что то нельзя, это нельзя. Вот. А, в общем-то, стрессовые ситуации, они тоже влияют на иммунную систему. Вот. Они ведут к тому, что хронические заболевания начинают обостряться, и тот, кто откладывал, допустим, визит к врачу и лечение, можно было это сделать консервативным путем, это приводит к тому, что потом только хирургический путь является первым шагом, а потом уже все остальное в плане реабилитации. Поэтому, в общем-то, это видно и по, будем так говорить, спектру тех диагнозов, которые встречаются на приеме, и по спектру тех операций, которые проводятся, потому что мы сейчас же проводим только операции ургентные, то есть плановые операции запрещены, вот, но, к сожалению, даже... Планові не відбуваються, так? Не відбуваються, потому что это приказ, и, в общем-то, это правильно, но дело в том, что из-за этого, будем так говорить, многие плановые операции, которые планировались, не дождавшись своего конца, превращается в ургентный не искусственно, а естественным путем, потому что человек не получал помощи, решил, что надо подождать, вот, может, как-то лечился самостоятельно или получал консультации не в тех местах, не совсем, ну, так, адекватные консультации, ну, и вот это приводит к тому, что потом, к сожалению, человек попадает уже как ургентный пациент, хотя, в принципе, в андрологии ургентных ситуаций очень-очень мало по сравнению с другими специальностями. Но, тем не менее, сейчас, так говорить, это все накалилось, обострилось и видно невооруженным глазом. Тобто алгоритм такий має бути. Все ж таки, що людина відчуває, знає, є хвороба, треба не чекати, тим більше, що все так ускладнюється. Дело в том, что, к сожалению, некоторые андрологические заболевания протекают, что больной вообще ничего не ощущает. Я имею в виду воспалительные современные заболевания, которые относятся к тем, которые, ну, так говорить, пограничные с гинекологией, пограничные с венерологией. То есть мы когда-то уже не раз говорили об инфекциях, передающихся половым путем, которые поражают репродуктивные органы. И очень часто пациент ничего не ощущает, а приходит либо потому, что его партнерша послала, либо потому, что партнерша лечится, либо уже в крайнем случае, когда действительно обострение такое, что он сам приходит и не знает, почему он приходит, а оказывается, что это у него уже давно, там 10-20 лет, как он уже все это носит. Ну, а уже вещи, которые связаны с сексуальными реакциями, те, конечно, приводят пациентам чаще. То есть, когда идет нарушение всех сексуальных составляющих, начиная от либидо и заканчивая оргазмом, то тут пациент обращается, безусловно, невзирая пандемия, не пандемия, тем более, если это относительно молодой человек, то есть я имею в виду возраст от 20 до там, 45-50 лет. Вот. Хотя я считаю, что для мужчины это порог занижен. То есть у меня есть пациенты, которым за 70, и они только сейчас почувствовали первые симптомы. Но это то поколение, которое за собою смотрела. Ну, все це індивідуально. Да. Але все ж таки, от, культура підтримки, так би мовити, своє здоров'я, яка має бути, зважаючи на сьогоднішні умови і пандемії, все, от як дело в тому, що, понимаете, структуру поддержки ніхто не відміняв. Тобто, ви розумієте, врачи, як частні, так і государственные, вони обязаны принять пациента, просто что он должен соблюдать режим, то есть прийти в маске, вот, соблюдать дистанцию. Вот, во время осмотра он должен быть только в маске, потому что врач вплотную приближается к пациенту. Вот, многие игнорируют это. То есть, несмотря на то, что вот у нас на клинике написано, без маски не уходить, приходит иногда, маски нет, или она непонятно какого вида, или вынимает ее из кармана, понятно, что это у него уже еще с начала прошлого года, когда началась эпидемия, ну и так далее. Ну, это, будем так говорить, мелочи. Факт тот, что в любом случае врач никогда не откажет, если он настоящий специалист, и примет участие в судьбе пациента, то есть он его проконсультирует, осмотрит, назначит обследование нужное, поставит диагноз и наметит последующий путь реабилитации после всего этого. Вот. Иногда это можно сделать с первого визита, иногда надо дополнительные визиты, но в любом случае... Ну, сколько раз на рік треба ось таке обстеження пройти? Нет, я сейчас сказал об алгоритме сиюминутном. А вообще, каждый мужчина, который следит за собой, должен не менее раза в год приходить к врачу. Если это мужчина после 40 лет, он должен сдавать простатоспецифические антигены, это онкомаркер.
Вот, это обязательная ситуация. Но у нас, слава богу, сейчас это, даже если пациент ложится по любому другому поводу мужского пола в стационаре, ему берут простатоспецифический антиген в стационаре, и даже если он об этом не знал или забыл, то ему это все восстанавливают в памяти и бдят, в общем-то. В этом плане это хорошо. Но это онконастороженность. Что касается другой настороженности, то тут дело, как говорят, утопающего в руках самого утопающего. То есть он должен сам о себе позаботиться, прийти, не откладывать визит навсегда или на потом. Но, к сожалению, у нас, будем так говорить, еще нет такой европейской культуры, хоть мы и стремимся в Европу, чтобы так за собой следить. Если, например, я знаю, что в Польше и в Германии иногда записываются к доктору, и там на полгода очередь, чтобы попасть к урологу. К андрологу это вообще год. То здесь все доступно. Почему? Потому что у нас очень много развелось клиник, везде сидят как би андрологи. А от як взагалі зорієнтуватися? Ну, ми вдячні вам, Юрію Юзефовичу, що стільки років ви приходите на телеканал, інформуєте, попереджуєте населення щодо захворювання. Ви лікар вищої категорії, маєте ім'я на цій ниві. Так, багато у вас є стажування і за кордоном, я знаю. От, ну, це добре. А як зорієнтуватися? Стільки зараз клінік відкрито, стільки лікарів. Ну, пересічний громадянин. Ну, ви розумієте, в чому діло? Діло в тому, що у нас, к сожалению, іноді вірять більше внешньому виду і рекламі. Тобто, якщо клініка, допустим, там виглядить як костел, або як фундамент. Презентабельно. Презентабельне таке здання, то считается, что там уже все должно быть вел. Я не говорю, что там все плохо, нет. Естественно, что, тем более, что если это многопрофильная клиника, там много специалистов. Вот есть специалисты, которые привели за собой пациентов, и они туда приходят, а есть такая ситуация, когда пациент дезориентированный, он не может. Естественно, что каждый сотрудник этой клиники будет ему говорить, что у нас лучше всех и все такое прочее. Понимаете, ну как говорил один мудрец, не верь глазам своим иногда. И не верю. Але конкуренцию никто не отменял. Конкуренция есть конкуренция, она была, всегда есть и будет. Но, понимаете, даже если пациент дезориентирован, то мне кажется, что если он адекватный, нормальный, то после первого визита к врачу он поймет, куда он попал. А що він має зрозуміти? От перша розмова, перша зустріч, яка? Не то, як з ним будуть общатися, там, вежливо і так далі. Зараз всі цьому навчені, всі будуть кланятися. Які питання він ставить, як обстежує людину? Якщо пацієнт задає доктору вопрос, або чувствує, що доктор пливе, поплив, то есть скользає, і як-то конкретики нет. То есть, ведь ніхто не отменял правила, что если после визита к врачу пациенту не стало легче, значит, это был плохой врач. Это аксиома. А если он ушел и так и не понял, ему единственное, что дали кучу анализов сдать, пройти обследование, а он не понял до сих пор, что же с ним происходит, и ему никак не облегчили его участь, пока он будет обследоваться, то это уже должно наводить на определенные мысли. Я, понимаете, не имею права говорить того, что бы хотел сказать, потому что я тоже вроде бы как нахожусь в этой конкурентной борьбе. Вот. Но единственное, я могу сказать, что когда я был областным специалистом, то у нас андрологов было всего 4 дипломированных. А сейчас их человек 20. Хотя такие курсы, которые проводились, где делают андрологов, их нет. То есть есть сейчас просто ТУ. Тематические усовершенствования. То есть любой доктор, не обязательно уролог, даже семейный лекарь, может пройти ТУ двухнедельное. Но, как говорят профессора, которые ведут эти же курсы, они говорят, это же не значит, что он стал специалистом по этой области. Он просто получил азы. То есть азы этих знаний, после которых надо себя усовершенствовать. Если у доктора, например, этих знаний не было, он их только получил на ТУ, а потом он только начинает развивать, то, естественно, что и стаж его должен по этой специальности отсчитываться от того момента, а не просто так. Потому что он, может быть, работает на самом деле там 30 лет, 25, а андрологией занимается 3-5 лет, вот это его стаж. Все еще зависит от перехода количества в качество. Это закон философии тоже никто не отменял. Если он раньше занимался больными урологического профиля, мочекаменной болезнью, пилонефритами, циститами и прочее, 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 а сейчас строго переключился, то, естественно, что его опыт еще заужен. Ну, понимаете, тут уже, как говорится, все индивидуально,
І такий час, що всім потрібно навчатися, усім фахівцям, а лікарям особливо, так? Врач, він учиться пожизненно. Закінчується його учеба тоді, коли він взагалі вже уходить в тираж. Я називаю це той момент, коли врач чувствує, що він вже не способен нести щось нове, не запам'ятає, ну, в общем, уже повністю, як говориться, організм ісяк для того, щоб нести хороше в маси. Тобто тоді він має уходити, бути адекватним і не опозиціонувати себе з Богом, а розуміти, що вже його час істекло, і можна йти на заслужений відпочинок. А взагалі, як говорив один мій близький друг, учення закінчується тоді, коли перші комки землі б'ють по твоїй кришці грубо. Так, сумно. Але сьогодні так багато найновітніших технологій, особливо от у вашій галузі медицини. Як ви підтримуєте свій рівень? Ви розумієте, справа в тому, що те, що є саме таке найвище в нашій області, в андрології, у нас все це присутствує і все це ми применяємо. Що стосується урології, там більше зараз розширився спектр нових вариантов. То есть вот у нас сейчас я работаю в отделении с двумя урологами, у которых есть самая современная, это больница Корабельщика, современная аппаратура. То есть они, будем так говорить, круче могут делать то, что делается в других отделениях. Это в лекарне Корабельщика. Это в больнице, да. Что касается андрологии, то здесь единственное, чего у нас нет, но мы это не будем дублировать, это катетеризационного цистоскопа для катетеризации семенных протоков. Все. Все остальное у нас есть. Да это и не надо, потому что к этой аппаратуре там надо еще дополнительно. И опять же таки, зачем это делать, если у меня есть коллеги, которые это выполняют уже давно качественно. И я в таких случаях посылаю только к ним, а не начинаю, не изобретаю велосипед, который уже изобретен. А вот у вас есть еще додаткові методи лікування, так я знаю. Ви приходили там з апаратурою нам, демонстрували. Да, так, може, кілька слів да, ще додати? Так, навіть кілька, ми тут були в презентації по цьому поводу, так, да, це біоелектромасажер, значить, він применяється во всіх отраслях медицини, і, в частності, в андрології теж. Він зараз, оказывается, применяється успішно і в косметології, і в челюстно-лицевой хірургії, тому що там є приставка ультразвукова, і є спеціальні креми і мази, які не просто а именно для, изобретены для этого БЭМа. Поэтому, вот, например, при таких патологиях, как эректильная дисфункция, ну и прочих, есть варианты, помимо общего массажа, там делается специфический массаж точек, и воздействие идет, как, допустим, можно сравнить, 10 масажистов делают одновременно массаж. Юрий Юрьевич, уже результаты вот, с этим аппаратом, які у вас є, ви можете сказати? Перші результати вже є. У мене недавно пройшов курс один дуже уважаємий чоловік. Це було дуже відповідально, тому що якщо б у мене було щось там вийшло ненормально, то слух би розпространився мгновенно, що це все профанація. Негативна інформація, да, вона дуже швидка. Тому що це дуже важливо, розумієте, репутація і слухи. Слухи, розумієте, різні порождаються. Але справа в тому, що коли якийсь йде негатив, це одразу б'є по всім, абсолютно по всім параметрам доктора. Тобто йому дуже трудно потім з цієї ситуації виходити. Тобто це допомагає? Ця апаратура допомагає? Дуже допомагає. Знайшов ще один варіант, зв'язався ще з одним спеціалістом. От ми періодично з ним зв'язуємося по видеосвязи. Вот, и скоро будет, я же говорю, приезд. Там как раз ты, когда приезжает специалист, ты приводишь пациента и работаешь вместе с пациентом. И видят, какие результаты получаются после того, как... Коллегиально так еще. Пациент об этом предупрежден, и с него даже за это не берутся деньги. То есть он... Вот как сейчас там вакцину колят и за это платят, новую вакцину, которая разработана от ковида, так и здесь. То есть призовой бонус. Но самое главное, принцип «не навреди», он всегда присутствует. Там режимы очень низкие, но они очень интенсивно воздействуют. То есть это, мы тогда демонстрировали вам аппарат второго поколения, тут стоял, и третьего. Так вот, третье поколение аппарат, этот биоэлектромассажер, это, по сути дела, биоэнергорегуляция, то есть регуляция всех систем. В общем-то, чтобы получить суперрезультат, то, конечно, там надо отрегулировать все системы.
до того, как воздействовать на специфику. Это будет наиболее. Хотя можно и локально действовать. Потому что, в общем-то, расстройство идет от того, что энергия ци не циркулирует по китайской теории. И, вот, и надо добиться того, чтобы она циркулировала везде. Не только в том месте, где нам надо. Так, такі нюанси. Юрію Юзовичу, отже, підсумовуючи сьогодні нашу розмову, слово лікаря, що треба сказати пацієнтам, вашим, усім нашим глядачам? Ну, по-перше, вакцинуватися, так? Значить, це навіть не оговорюється. Те, що треба вакцинуватися, це факт. Якою вакциною? Вас проконсультують спеціалісти, які цим займаються. Вот, учтут все ваши сопутствующие заболевания, учитывая основные заболевания, которые у кого-то есть. Потому что некоторые боятся, что он, допустим, гипертоник или еще чем-то страдает, и боится, что после вакцинации у него все это. Это все. Це группа риска, навпаки, треба. И... Ну, группа риска, она всегда есть, но тем не менее, понимаете, там сводится риск до минимума, чем вообще, если ничего не делать. Потому что под лежачий камень и вода не течет. Я, например, даже из-за того, что, открою вам тайну, из-за того, что... Бывает, что и со стороны врачей не очень такое отношение, потому что многие семейные врачи понабирали себе пациентов, у них их столько, что они уже не помнят, кого они набрали, кого нет. Вот у меня была жена у одного доктора, и за все время, как началась эпидемия, никто ни разу даже не позвонил, не поинтересовался и не предложил ни вакцинироваться, ничего. То есть дело бросили на самотек. Либо подумали, что, может быть, если я врач, то я должен сам этим заниматься и так далее. Но это не серьезно. Вот. И я поэтому ее увел к другому, более сознательному доктору, и тут уже пошли движения совсем другие. Вакцинуватися. И если все ж таки людина відчуває щось не так зі здоров'ям, незважаючи на пандемію, треба приходити до лікарів. Від пандемії, соблюдая санітарний режим, приходіть і обращатися. І вам ніхто не відкаже, тому що пацієнт для врача – це основне. Як в державні медичні заклади, так само і приватні, ви працюєте ще і в приватній фірмі. Совершенно вірно. Дякую, Юрію Юзовичу, приходьте до нас ще, завжди є цінними ваші поради. Ну, перше, то, що ми говорили, це не слухати нікого, взяти себя в руки, подумать головой, все-таки принять правильное решение, вакцинироваться и соблюдать режим для того, чтобы хотя бы не инфицировать людей, которые вокруг вас. И второе, следить за своим здоровьем. А вообще я желаю всем крепкого здоровья, несмотря на то, что у нас сейчас такое тяжелое время, и быть оптимистичными. И треба пам'ятати, що наше здоров'я і в наших руках. В основному. Совершенно верно. Дякую вам. Будьте здорові. Шановні друзі, сьогодні в нашій програмі «Ваше здоров'я» був лікар вищої категорії, уролог, андролог, сексолог Юрій Синицький. До наступної зустрічі!